Завтра погоду в стране будет диктовать скандинавский циклон. Небо затянуто облака и тучи, возможны грозы и сильные дожди. Ветер умеренный, в непогоду порывистый. Днем столбик термометра покажет до 26 градусов тепла. Ночью до 10. Синоптики Могилевщины окрасили четверг в оранжевый. Опасность в ливнях и сильном ветре. Порывы будут достигать 20 метров в секунду. Стоит быть начеку. При такой скорости ветер может натворить дел. На западном побережье США не утихают лесные пожары. При этом, отмечают эксперты, огненный сезон даже не достиг своего пика. Стихия, по мнению специалистов, повлечет за собой финансовые убытки до 150 миллиардов долларов. Индонезия уходит под воду. Страну вновь захлестнули наводнения. В ряде провинций погибли по меньшей мере 4 человека. Еще свыше 2000 пришлось эвакуировать. Местами глубина паводковых вод перешагнула отметку в 2,5 метра. Завтра в Бобруйске будет пасмурная погода, дожди пройдут в первой половине дня. Утром, возможно, гроза. Столбик термометров в светлое время суток поднимется до 19 тепла, ночью похолодает до 9 со знаком плюс. Анастасия Шевцова, Максим Галионко, Бобруйск, 360.